Путь к нашей великой победе был услан телами павших. Но это было необходимо. Когда знамя нашей отчизны будет реять над Рейхстагом, весь Берлин узнает, что фашистский рейх окончательно стер с лица земли. Апреля 1945 года, когда Резнов в первый раз завел разговор о Дмитрии, он рассказывал о герое, о том, с кого мы должны брать пример. Я видел, как он проявлял милосердие, и видел его жестокость. Я не понимаю его. Возможно, герои и не должны отдавать отчетов в своих действиях. Готовьтесь, товарищи! Нас ждет последний рывок к победе! Сегодня мы сокрушим остатки фашистского рейха. Родина примет нас в свои объятия как героев. Наш народ, наша страна ждет. Это наша кровь. Родина ждет от вас последний... Родина! Всем привет, с вами Джолок, и сегодня мы штурмуем Рейхстаг. Здравствуйте. И с панцершеком. Чё? ППШ. Они идут. Они идут. Опа, лови пулю. Опа. Значит, мы погибнем, сжимая головку врага. Я умру. Я так и думал, я прям предсказал. Штурмуем Рейхстаг, наконец-то, значит, мы будем выигрывать, побеждать. Американцы сдулись, поэтому нам приходится отвечать за них. А где Панцершрек? А где Панцершрек? Я не знаю, где он. Поздоровайтесь с моим патроном. О. Так, выцеливаем по одному. Качество спешки не любит, да, немец? Так. Ай-яй-яй, откуда? А, пока. Ах ты, да почему в меня везде стреляют? И меня убили. Ну, конечно, обязательно меня надо убить. Так, полностью собираемся. Я начинаю говорить таким странным голосом. Давайте, мы сможем. Мы не можем подвести отчизну. В этом он прав. У нас, в конце концов, надеется, да-да-да-да, поздороваться с моим патрончиком. Да. Забирай патроны, бесплатно. Раздача патронов. О, здравствуйте. Кто проживает на дне марсиана, да? Берите. О, Резнов. Что там, пойдем врезать на салат немцев? О, какое-то подземелье страшное.
тупиковая ветвь. Я бы сказал, тупиковая ветвь эволюции. Держите. Я тоже стрелять умею. Ваня, Ваня, мы тоже умеем бегать. Кто там? Кто откуда? Где этот Тимис? Я его сейчас втащу. Я ему втащу немножечко. Ему не понравится. Да ложись ты уже. Поздоровайся с моим патроном. Вот один все-таки убежал. Да а почему я вообще-то как бы не в одиночку штурмовал Рейхстаг? Почему-то я сейчас один здесь нахожусь. Ах ты, вот зря вам дал уйти. Могли бы на самом деле жить спокойно себе, но нет. Надо же выскочить, пострелять, умереть. А. Я в смысле он бронированный? А вы как здесь оказались? О, что? Ну да, ну да. Смотрите, как здесь все красиво. Черт, еще пулеметчики! Они жизнью готовы защищать свои позиции. Правый фланг, на балкон. Ну конечно, не готовы защищать жизнью до конца жизни, потому что они умрут. Это во-первых. Во-вторых, если они не защитят, они умрут. Да, логично. Шип. Смотрите, раненый солдат, у них уже раненые воюют. Опа. Здравствуйте. А, что не получилось? Есть пробитие, да? Нифига я мочу. Видели, руку оторвало. Опа! Блин, петушка, не получилось подстрелить. На, без ноги я стал. Это вообще мощь, а не... Обстрел Спанджа Шрека, да? Башню снесло, да? Вот тут тебе сейчас... Или зарядка. Каска полетела. Так, что там? Кто там еще? Здорово. Мне кажется, они тупо спавнятся, и в этом смысла нету. Да, мне кажется, в этом смысла нету. Потом. А что надо делать? Забраться на доход, обеспечить огневой поддержку. А, все-таки в этом есть смысл. Да, 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 да. Перезарядка, перезарядка. Сейчас я перезаряжусь и поцелуйтесь. Ты не прикроешь отступление своих, потому что твоих уже нет. В смысле слабеет, их больше стало. Вы что, слепые что ли? Их больше стало значительно. Я забыл про свой крутой голос. Их стало больше значительно, в смысле? О, смотрите, кто-то подгорает. Дарю. В текстурках сидеть нельзя. Чё без каски сидишь? Опа, винтовки детям не игрушка. Ась, я уже обеспечил. Чё, ещё есть винтовка? Ещё? Здравствуйте. 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 И вам здравствуйте. Какая мощная винтовка, я хочу. А чё, ещё есть? Это ещё. Жалко. Винтовка мощь просто. Так, где еще немцы? Все тут стреляет, блестит. Перезарядка. О, кстати, реально продвигаемся. Мы смотрите, где уже стоит. Я слоп.
Он такой, опа, кто умер? Назад поворачивается, а там уже пуля летит. Они такие думают, о, мы сейчас победим, да, знаете. Выходит, их тут снайпер поджает. Здрасте. На. Мы должны на. Продвигаться. Должны, я не против. Фрицам подошло подкрепление. Поехали. Пошлите обстреливать их. Покорла орла. Да, 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 ты забирай свои патроны, мне патроны не нужны. Забирай свои патроны, мне патроны не нужны. Это прям рифма. Забирай свои патроны, мне патроны не нужны. Гранатами тут не кидайте. Я не понял. А, я сюда. А, сюда уже все никак. А, взрыв. Опа, лови. И ты лови. Куда выбегаешь на перестрелку? А? На перестрелку обычно не бегу с таким веселым лицом, как у тебя. Нет. Мне еще дорог мой пукан. Ему рано разбираться, серия только началась. Ух ты. Ай-яй-яй-яй. Мне боль. Надо. Ай-яй-яй-яй. Да, блин, перезаряд. Да. Успеешь ты еще словить свою маслину. Все. Я его снял. Очистить этаж. Все. У него бомбануло. Блин. Я профукал момент, когда это ломалось. А дверь не открывается. Дядя Резнов, дверь не открывается. У вас есть волшебная нога, открывашка. Нету? Навались! Они подперли. Её держат с той стороны. Нужна помощь. Я же говорил, Резнов может. Смотрите. Нет? Может, Резнов, может это. Между прочим, это был офицер. Какие-то важные шишки. Не понял. Люди пропадают. Кто-то ворует, кто-то его себе в инвентарь запихал по-любому. Немец в инвентаре. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, я тоже стрелять умею. Опа, опа, опа. О, пуф, пуф, блин, так красиво. Мне так нравится. Советую сыграть эту игру. У меня требования минимум. Мужик, не мучайся. А. Забирайте. Блин. Ты идиот. На полу лежала граната. Ты вместо того, чтобы подобрать ее и кинуть противника. Нет, надо было достать свою из-за пазухи гранату. Так же лучше будет. Я понял. Димон. Держите патроны, патроны, патроны дают бесплатно. Чего вас так мало-то? Вам тут такая куча стояла, здесь раз нету. Не могли же вы так резко закончиться? Забирайте. Я буду заканчивать эту игру с русским оружием. Никак иначе, мои друзья. Швайден, ты швайден. Немези швайден. Немез швайден. А ну умирать. Кому сказал? А ну умирать.
Кажется, он уже близко, а мы далеко зашли. Сбросим этих тварей через край. Сержант, наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание. Пусть разбираются с тем, что осталось. Мы должны прорваться вперед, к победе! Недолго еще биться к кровожадному сердцу фашистской империи. Ух ты, вот это... Вот это я понимаю масштабы. Вот это... Вот теперь я верю, что это реально мировая война. Ой-о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 й
Ну суть в чем? Сбросим этих тварей через край! Сержант, наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание! Пусть разбираются с тем, что осталось! Мы должны прорываться вперед! Победе! Недолго еще биться к кровожадному сердцу! Опа! Кто-то нырнул! Короче, дело в том, что наши уже еще подъезжают, и они там добивать будут. Меня, походу. Сбросим этих тварей через край! Сержант, наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание! Пусть разбираются с тем, что осталось! Мы должны прорваться вперед! Победе! Опа, колокольчик сбросили или что это такое вообще? Да! Забирайте гранат! Забирайте! Забирайте гранат. Оп-оп-оп. Прикрывайте меня что-то, наверное. Забирай. Вот вот тебе в окошко. Поздоровайся, это русская граната. Это советская граната качества. Если бы ее не одноразовость, она бы еще 100 лет прожила. Тут еще есть немцы. О, здравствуйте. Дима. Опа, 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 опа. Мы тебя крикнули. Ты должен умереть. На. Что там есть, кого убивать? О, какая музыка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне 2 патрона осталось. Не, ай-яй-яй-яй, больно, больно, мне и так больно. Мне и так больно, ай. Мне и так больно. Мне без вас больно, боль, боль в жопе, это много уже. Ай-яй-яй. Там и так уже много... Металла, слишком много металла. Опа, граната. Все. О, конечно, 1 патрон остался. Его обязательно надо перезарядить. Как иначе-то? Может, ты не будешь трястись экран? Хай-хей-хей. Хой-хай-тай. Эпичная музыка. Да-да-да, красивый. Такой мощный. Ай. Вас убило гранатой. Следите за индикатором гранат. Спасибо. Сбросим этих тварей через край. Сержант, наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание. Пусть разбираются с тем, что осталось. Мы должны прорваться вперед. Победе! Да ну! Недолго еще биться к кровожадному сердцу. О, колокольня. Бросим этих тварей через край! Сержант, наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание! Пусть разбираются с тем, что осталось! Мы должны прорваться вперед! Победе! Недолго еще биться к кровожадному сердцу фашистской империи! Там, наверху! На балконе! Залетаем! Ах,
ты ж тварь такая, больно мне. Блин, ты можешь как-то на ту сторону, я хочу забрать ППШ, нет, ППШ лежит. Опа, немец умер. О, какой-то кусок чего-то. Это мне тут хочет кусок пулемета. А, здорово, здорово, здорово. Было неприятно познакомиться, но познакомиться было надо. А, вот откуда стреляет сверху. Блин, опять меня... Резнов, привет, ты меня пришел спасти, да? Нет. Сбросим этих тварей через край. Сержант, наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание. Пусть разбираются с тем, что осталось. Мы должны прорваться вперед, к победе. Недолго еще биться к кровожадному тесту. ПТРС. На балкон. Так, тихо, тихо. О, показалось. Показалось, говорю. Показалось. Нифига его отдачу унесло. И уносит меня, в далекую снег. Тебе показалось, здесь не было русского. Держите. Опа. Я тоже так умею стрелять. Ну мне же надо продвигаться, да? Сюда жетка сама по себе не течет. Нет. Да, жесть. Это жесть просто. Посмотрите, как я живу, еле-еле живу. Вот что значит реально ярый отпор немцев. Прям они прям яростно отбиваются. Прям чувствуется, что все, вот дальше край. А за край они заходить не смеют. Не смеют, а так же как и меня убивать не смеют. Там была невидимая стена. Что же делать мне тогда? Там невидимая стена. Смотрите, у меня остался запасной один патрон. А он целый магазин туда засовывает. Откуда вопрос такой? Откуда он его достает? Откуда он достает целый магазин? Ай-яй-яй. А почему именно по мне? Собственно говоря. А почему именно прицел по мне? Я что? Главный герой этой истории? Ты должен умереть. И сразу легче стало проходить здесь. Лучше не вставать. Тут лучше лежать, прям мне без шуток. Это русский винтовка. Опа. Нифига, вы что вдвоем вместе лежите. За такие штуки вас бы реально немцы. Чик-чик и все. И ты больше не немец. Так, ну вообще их, по идее, можно бесконечно косить, но этого я не хочу. Не хочу я этого. Ты должен умереть.
Блин. Вот почему стрелок рядом со мной умер? Ой, не умер, а я умер. Сбросим этих тварей через край. Сержант, наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание. Пусть разбираются с тем, что осталось. Мы должны прорываться вперед, к победе. Недолго еще биться к кровожадному сердцу Российской империи. На балконах, там, наверху. Так, я отрегенил сейчас. Так, медленно, наверное, я хочу их выкосить всех. Да, чтоб тебя. А что ты здесь сидишь? А кто тут у нас на самом деле герой? Кто тут на себе всю сюжетку тащит, а? Я не знаю, Резнов. Не ты говоришь? Ну ладно, ладно. Димон, нет, какого фига, я мру. Я что, муха, что ли? Сержант, наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание. Я в конце концов не какой-то кусок мяса, а главный герой. Какого фига я умираю? Ты, мужик, ты мне этот немножко прям помогаешь. Все, теперь меняем на... Вот. Да блин, откуда это прилетает? О. Продвигаемся. Так, обстреливаем их позиции. Так, двоечка это заходит, а я следом за ним в ту сторону. Перезарядки, я захожу за этой двоечкой сюда. Тебе показалось, здесь нет никого. Они сами по себе умирают. Ну да, ну да. Ну да, ну да, ну да, ну да. Так, здесь должен был быть немец. Но немец кончился. Забирайте свою гранату. Вот, а в прошлый раз здесь еще пулеметчик по нам гасил. А поскольку тут уже не бесконечное количество человек, знаешь, есть. Ну поскольку пулеметчик не отрегенерировался, ну не восстановился, значит все-таки здесь не бесконечное. Это зачистка Рейхстага. Мы вас зачищаем, мы вам почистим все. Коротко, немцев придумали коммунизм, а потом обвинили этого русских. Как вам шутка. Ух ты, а мешки что полностью мало. Это откроют урон. Вот. Не дадим добраться до знаменосца. Не тот проход. В смысле, а почему в тот раз я не мог сбежать? Так, куда? Я не могу дать всем знать. Смотрите, все. Так, советским Вася оружием. Я здесь. А, туда куда-то надо прийти. Так. Тух-тух-тух-тух-тух. Та-дам. Классический поворот. Да.
У тебя получится, дружище. У тебя всегда получается. Резнов. Кажется, я знаю... Только ты достоин такой чести. Кажется, я знаю, почему тебя зовут Резновым. Пока ты жив, нашу армию не сломить. Когда-нибудь все изменится, дружище. Родина примет нас в свои объятия как героев. Германские войска сдались Объединенным Нациям. Теперь победа, одержанная на Западе, должна быть одержана и на Востоке. Тут нам показывают красивые кадры, как самолет улетает. Мы, представители главных, собрались здесь для заключения торжественного соглашения, при помощи которого может быть восстановлен мир. Я выражаю самую горячую надежду, как, конечно, выражает ее и все человечество, что после этого торжественного события из кровавой бойны прошлого возникнет лучший мир. Мир, основанный на доверии и понимании. Мир, посвященный достоинству человека и осуществлению его самого горячего желания. Гарантии свободы, терпимости и справедливости. 60 миллионов погибли во Второй мировой войне. Это самый деструктивный конфликт всего человечества. Ну, я прям не знаю. Посвящена всем ветеранам ВМВ, пожертвовавшим своими жизнями в борьбе с фашистскими захватчиками. Ну не знаю. Игра 9 из 10, просто 9 из 10.